нашем веку еще не было подобного сборища. И всем я должен денег. Так ты говорил правду. Я часто так делаю, а вас это удивляет? Очень важно сделать правильный подарок. Итак, представьте, парень подарил своей девушке котенка. Вот. Юра, спасибо, он такой милый. Только взгляд грустный. У тебя бы на глазах 7 братьев в ведро с водой бросили, я бы на тебя посмотрел. Он мяукает. Где здесь туалет у вас? А чего хочет, непонятно. Через 5 минут узнаешь, что я хочу. Хороший. Что тут у нас? Он играется со мной. Класс. Не подглядывай. И с тобой играется. Юр, может, он пока маленький, мы его сразу это... Чего это? Чего это? Слышишь, как орёт? Да мне кажется, он просто играться хочет. На, держи лазерную указку. Опять эта лазерная указка. Сейчас, если не буду играть, подумают, что слепой еще что-нибудь отрежут. Опа! Оп. Как дебил. Опа! Лучше этой указкой покажите туалет. Опа! Ну здесь так здесь. Я обронил мозги. Мои руки чистые? Фигурально. Знаете, это чувство, когда стоишь вот так, на самом краю обрыва. Так и тянет прыгнуть. У меня его нет. Течет как вода. И за прошлый сезон в нашей команде появилось 3 ребенка. В общем, нам очень интересна детская тематика. Первоклассник, которого долго не забирают с продленки. Бабушка, забери меня, пожалуйста. Ой, Игорюшка, ты один остался. Да. Ну, порисуй, нарисуй маму, папу, не скучай. Хорошо, Марья Степановна. Люба! Люба, идите колотить, у нас будет в доме пожрать что-то или нет? Не ругайся при ребенке, они в этом возрасте все запоминают. Тогда закрой ему уши! Закрой рот, я сказал! И со школы я его забирать не собираюсь! Мать твоя пусть забирает! Бабушка, забери меня, пожалуйста! Stop, don't talk to me, loser, lame, I wanna be let go, totally. It's muffin time, it's muffin time. Actually it's 12:30. Somebody kill me. Бросьте мою шляпу в воздух. Это честь для меня. Ура! Несите назад. It's 12:30. Somebody kill him! А Ром? Да, и Ром сожжен.
Почему сожжет? Во-первых, это гадкое пойло, которое даже самых уважаемых людей превращает в животных. Второе, такой сигнал будет виден издалека. Английский флот ищет меня, вряд ли имеется хоть единственный шанс, что они не заметят дым. Но Ром-то за что? Don't look now, but the guy behind you is picking his nose. You mean that guy? Him? You mean this guy? This guy right here? А еще в Днепропетровске живут настолько экстремальные мужчины, что помогают делать уроки своим детям в любом состоянии. Сына. Привет, пап. Я вчера с корпоратива вернулся, все нормально было. Да? Ты мне даже уроки помогал делать. О. Мне задали написать песню про школу, а ты мне там исправлял, зачеркивал. Ну и как, понравилось? Да, директору понравилось, участковому понравилось. Детский психолог тоже заинтересовался. А ну спой папе. Так. Это песенка про нашу школу, где счастливо растет детвора. Мы в нее ходим стайкой веселой, но зараза в 8 утра. Я от хавки в столовой худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место, но носить при себе лучше нож. Вызывают родителей в школу, я чё, лифт, чтоб меня вызывать? Я не стал мусорам дядю Колю и на шторы не буду сдавать. Все вокруг унижают и брешут, я запутался к черту в судьбе. Эх, пойду и в спортзале повешусь. Валентин Иванов, 3Б. Слышь, сына, а у них наш адрес есть? Конечно, есть. Слышишь, а замять это как-то можно? Можно было бы, но ты мне еще рисование помогал делать. Тогда переезжаем. Как, опять? А что я могу сделать? Ну, сколько можно постоянно переезжать? No one ever asks how the table feels. It's muffin time! It's muffin time! Actually, it's 12:30. Somebody kill him! Ты спятил. Ты, слава богу, нормально не пошел бы на такое.